густым мазком написано. Поэтому вот эта вот притирочка нас вообще не интересует. Нас интересует густота. Густота слякотная. Такая густота, которую ты сможешь мастихином гонять по холсту. Например, ты возьмешь мастихин и будешь гонять вот такими действиями. Угу. Когда у тебя будет много красочки, не вот эта сухомяточка, да. А когда у тебя будет много красочки, в это много красочки будет очень вкусно входить другой цветик. Причем лепко, скульптурно. И посмотри, как, угу. как деревце будет формироваться. Угу. Значит, обойти этот зеленый, угу. полностью все голубым. Угу. Густо. Оказаться, в которых ты была, чтобы понять ту задачу, которую ты передо мной рисуешь. Ну, давай сосредоточимся на этой задаче. Ага. Мазать, прежде чем дописывать. Ну, опять, два масла, один глаз. Всегда можно таким образом поступить. Значит, теперь, когда мы цвет небочка, ну, немножко синеватого много, наверное, все-таки догонишь это розовостью. Немножко доберешь. Там есть чуть темнее здесь и чуть светлее, угу. почти бело в этом месте. Угу. Ну, сейчас упадет. Да? Либо на скотч, либо упадет. Немножко подгрязни, подгрязни, подбели, подрозови. Вот такое. Вот такое. И тогда уже, раздавив, получишь, ну, такую брутальненькую, да, как бы укладку. Если что, вот эти вещи попридавишь. Не убирать. Да, не надо убирать их. Пускай живут. Масный пластилин. Отлично. Ну, шик полный. Мастер работает. Да что? Да. Слушай, ну прямо тоже техника нашла художника. Давай вот эти вот звучики также наполняй. Темный. Единственное, да, краям близко не подходи, чтобы мочь потом еще мелочевочки, чтобы дырочки мочь достроить. То есть вот лепко, лепко. Лепко. Если будет лучше, чем у него, не смущайся. Даже так бывает. Бирюзовый тоже подкладывай. Разбел синего. Подкладывай. Вот такие тоже вещи. Вот они. Давай. Очень хорошо движешься. Отлично. Да ты что, такие классные. Вот ты же ушла и перестала заносить на паре. Вот не сориентируюсь что-то. А тут не низко это получилось, а не расстояние. Давай посмотрим. Вот сюда, наверное, ближе к середине устремляется, да? Угу. А домики там поместятся? А вот это вот еще здесь. Хотела кинуть. Вот красивая укладка, а здесь не допроизошла укладочка. Уже красивая, не знаю, какая размера. Смотри, несколько однороднее. Добиться однородности. Однородности укладки. Нет. Она тут поднимается голубая. Угу. Так и остается вот такой, да? Угу. Так, голубая.
нормальный? Вот эти. Ну, вроде да. Ну, на мой взгляд, синеватости не хватает. Наверное, если бы у нас был какой-нибудь кругловатый мастихин на конце, было бы круче, но у нас такого нет, к сожалению. А бывают такие? Да, всякие бывают мастихины. Вот такой нож с этим, да? С концом. Просто. Да нет, именно мастихин с закругленным концом бывают такие. Конечно, они бы здесь просто идеально висели. Ну, надо сделать мелкими, просто красивую, но вот этим мастихином. То есть более рубленый характер. У него кругловатость, она подкупает, конечно. Но мы не можем дать кругловатости. Да. Вот сюда вот чуть-чуть вот. Там красиво, больше ничего не надо, а вот идеально. А вот вниз. Но низ у тебя повыше. Да. Должен быть. Еще повыше, да, подниз? То есть вот здесь эти домички. А вот эту траву сейчас темную зеленую не надо? Надо. А здесь тоже зеленый, что ли? Здесь... Ну, в пользу синего. Синий коричневый в пользу синего. Так же, как и здесь, в пользу синего. Угу. Глуховатое такое пятно. Пустоватое, глуховатое. Вот это основание, оно вот здесь, да, где-то, вот у дерева, вот это место. Дело в том, что если ты сейчас будешь гоняться за каждым, у тебя красивая композиция. Да? Ну и что, ну будет чуть ниже. Тем шикарнее будет торчать дерево. Крона. Да. Пускай будет ниже чуть-чуть. Это ж не портрет, ну, где... Да. Ой, нет, не похож. Не похож. Здесь непохожесть дает даже некоторое преимущество. Уже и непонятно, откуда мы с этой картинки мы срисовывали или с другой какой-то. Угу. А и так? Здесь тоже дать вот этот зеленый чуть-чуть сюда, да? Угу. И на тропинку вот так. Давай. Хорошо пока. Шик. Ну, не знаю, по-моему, убедительно очень. Очень убедительно. Ой, как убедительно. А вот листва, вот здесь листва. И мне нравится настоящая мозаика такая. Ух. Вот этим получилось. Здорово. Угу. Так, ну в воде совершишь. Угу. Здесь вообще какая-то... Совершишь вот это, смотри. Совершишь. Висячий мазок. Самый кайф. Так такой нравится. Повисший. Повисший. Ничего, что туда красный желтый попал. Ну там есть кому отражаться. Баня, как потом это все. Вот это почему? Там на. Это как бы небо отражается, но он слишком светло это сделал. Может быть, не стоит так светло. А немножко да, такое настроение, как бы перед грозой, ну, да. Тепло. Что-то такое, тревожность какой-то. Так, вот этот мысик, наверное. А здесь такой проход. Сейчас. Смотри, мысик тут чуть дальше. То есть вот здесь мысик. Вот здесь. А вот там легкая темниночка, в которой уже живут все эти домики. Коричневые? Или вот эти? А вот просто вот даже я темноту какую-то подсунул. Оставлю еще даже так, как будто дорожка пошла. Вот все смотрите, вот как будто туда. Как дамбочка, что ли. Вот ее как изобразить, тоже под тропинку. Тоже домики?
То есть сначала я делаю темную подкладку, а теперь сверху светлые. Крыши. Угу. А тут не будет серых, которые. Я саму идею показываю. Нет, почему? Угу. А ты уже вставляй. Да, вставляй и тот, и этот, ага. Ну, все понятно. Так. То есть сначала темная подкладка, потом на нее более светлая. Значит, я сейчас этими домиками занимаюсь. А вот Игорь, вот это ветка. Ну, кистью прорисуем именно. А кистью. Вот сюда вот эту темноту ляпнуть? Ляпнем, да, да, классная темнота. Сначала сделаешь более лаконичным этот кусок, то есть не таким, да, вот таким пустоватым, а потом намеки на какие-то плоскости там, какие-то уходящие. Вот опять по уровням соблюдем размерами? Нет. Вот опять уходит. Вот сюда дорожка пошла. Угу. Здесь шире вот это место. Выше и шире. Угу. А это чуток убрать? Сейчас. Да, сиреневизна тоже хорошо присела сюда. Угу. Вот как раз это тень дает. Здесь выпуклее. Угу. Даже не знаю, мне кажется, эту работу ты запросто... Ну, хотя... А как мне нравится мазать. Что ты запросто и сама бы... Нет, ну я просто попробовала. Это же зайцев, по-моему. Ты первый раз, да, такого рода живопись? Я один раз попробовала дерево его взять, попробовать, порисовать, у меня ничего не вышло. И я решила. Тоже чуть поднимешь. Угу, тоже опустили. Угу. А там вообще не. Ты видишь, я штрихом разогнал краску. То есть ее уже там мало и можно подложить все, что хочешь. И теперь вот этот сиреневатый цвет воды, да? Угу. Давай. Сиренева? Такие картины, банька там называется. Какие-то ляпы, посмотришь, точно банька. Ну там сирень цветет, если такое интересное, это все такое на стихии. У вас тоже тут в картинках он есть, я посмотрела. Там, где море с гералью, с фонарями, первые цветочки некоторые. Я пробовала, реально дома пробовала, но ничего не получилось, все замазала. Так не умею, я бриться пошла. Попсиховала. А что вот это не будет? Вот это, по-моему, не надо, да? Ага. Углубилась себе куда-то. Класс. Какое здорово получается. Все было так легко. Смотришь, так, ну, просто песня. То, что они в разные стороны, нехорошо. Попробую вот швырнуть.
зеленое мажет снизу. Ну и что? Чувак, не перетирай, да? Сейчас. Попробуй тоже вот так. А не стало тут. Там вот это давало реп на воде. Вот этот мазок, который убрали. Он давал вот эту как раз штучку. Хорошики. Угу. И вот здесь еще вот эта вот думка, да? Здесь. Смотри, как густая краска своим мощным звуком берег достроила ну, прямо землю, какое-то содержание там прямо. Угу. Вот как, когда деревца дома рисуешь, второго плана. Чтобы это кто-то подсказал, я что-то сказал, куда чего, вот как. Вот вроде думаю, сейчас я у кого-нибудь подгляжу. Надрёк, все равно нет. Да, я беру хорошо. Завести себе консультанта по скайпу. Да? Да, я знаю нескольких художников, которые дают уроки по скайпу. По-моему, отличная мысль. Ну, можно даже и не столько урок, сколько просто подсказочку. Ну там. Ну, а вы даете подсказочки? Нет. Ну, а что, и ну-ка больше пока не занимаюсь. А ты не искала? Нет, я нашла. Может быть, дают. О, у меня столько предложений, мне девки, подружки там притаскивали, дают уроки там те, другие. Одна меня прям очень хочет наш художник взять, ученики. Ну, я такая мерзкая. Я просто, как это сказать? Вот я начала в одном направлении. Ну так тебе же нужно даже не столько направление, не техническая сторона, как это решить. Потому что я боюсь мне сейчас. Послушай, тебе нужны подсказки, допустим, вот где я акцента не додала, понимаешь? Угу. Например. Потому что зачем тебе? Может быть, технически ты продолжай так писать, не надо менять на всем скаку. Да, технику исполнения. Ну и скажет, я все, я вообще запутаюсь, понимаете? Да? То есть все. У меня так бывает. И что-то я придумала, что я умею рисовать. Так гляну, психану все брошу. Думаю, вот такая дурочка, наверное. Надо играть. Смотри, там свет темное на светлое, класс, тоже, да, а здесь светлое на темном. Это же... штучки-брючки, чисто художественные. Ну да. И вот этот кусок, вот этот, блядь, прилизнуло бы. Да-да-да, суперский. Да. Так. А здесь тоже не колбасный. Сейчас, может быть, хотя бы намек на несколько веточек, тем более, что у него что-то такое есть. Вот такая мастихиновая живопись действительно очень похожа на мозаичный, когда художник, особенно издали. Когда смотришь, не помню, что ли, правда, мозаичка. И здесь вот я посмотрела. Ну, может, специально как трава на медведение, или это просто берег так? Вот я ее попробовала сюда. Ага, ага. Поставила? Можно, понял. А если как и оставить? Даже кисти не надо, да? Да, мне кажется, можно так. То есть они в традициях такой грубятинки. Такой. Угу. Вот сейчас смотри, интересный момент. Угу. Вот это заслонило вот это. Вот это внятный, прямо отделяющий,
заслонила вот это. Да? То есть вот так ступеньками? Да, 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 в том числе. В том числе. То есть передний вот этот план, один на другой накладываешь и все ниже, ниже, ниже. Вот там желтый какой-то. Ну, клади, клади желтый, я ж не против желтого. Смотри, вот там как раз вот этот вот. Окрянный цветичек. А тут как раз опять впереди наляпать, как надо картинить. Чпок-чпок-чпок. И стволики начни доукладывать. А стволики чем? Стволики со всей силищи. Сейчас, сейчас, сейчас. Кисть сюда. Голубой-коричневый. Ой, ага. Это ультрамарин. Черный. Да. Темный. Да темный. Что такое? Ой, голубой. Вот, коричневый с голубой фацуничкой. Старайся с одного раза. Не 10 раз проводить. А максимально с одного. Хорошо? Давай, давай. Сейчас вот добавишь немножко веточек, все оформленный кусок. Да, это я убрала. Отлично. А с, домик, а с домиками сразу, конечно, да? Ага, класс. А вот эту... Давай, давай. Ну, это раз на раз не приходится. То есть это... Посмотри, что творит. Посмотри, что творит. Ну и здесь тоже. Так. Дома я бы это уже все стерла. Чего? Да ладно. Серьезно. Потому что ну, я бы не поняла, что это хорошо, например. Вот ну, я вот так вот раньше писала. Вот это, кстати, плохо. Не придя, ну, не придя сюда. Что-то не такого типа художественного. Надо уметь различать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это и есть как отработка. Вот я ее попробовала. Ага. Потом думаю, так не буду. А та, она как бы за кустом. Поэтому я тут замерзла. Да? Ну, какая разница? За кустом, перед кустом. Что, никакой абсолютно? Конечно нет, он же красиво смотрел. Все правильно. Остальное тоже нет. Чуть-чуть теплости, да, подсунул? Ага, подсунул. Я до определенного момента приведу дом, то мне знают, что делать. Нет, у меня проблема такая. Я не то, что не знаю, что делать. А мне кажется, что уже все хорошо, все написано. Больше ничего не надо. Оказывается, там еще столько всего надо. А я говорю, мусоль, потом уже. Уже мои говорят, слушай, в прошлый раз было лучше. Я тогда Не, ну сейчас укладка очень хорошая, мне нравится, прям такая грамотная.